ебат, ПСО еле видно, но скорее всего ЧВК. Бежит по забору? Да, район ЗБшки уже. Там же все так чудесно видно. Мне почему-то кажется, что он в бункере. Окей, хожу к бункеру. Бля, да, есть еще бункера. Бил. Он просто рядом с бункером сидел. Не показалось. Это чё, блядь? Это чё, снайпер-то? Это не мог быть снайпер. Это ЧВК, скорее всего. От машины, по-моему. Нет, это было с лесопилки, с дороги. СВД было стопудово с лесопилки, с дороги. На снайпере чевок сидит. Лежит, точнее. Вот он и работал. 320 метров туда. У меня только 200 выставляется на прицеле. По-моему, 200 и 1, точнее, 2 мила вверх было. Нет. Ну, на этом прицеле неудобно, конечно, такое. Можно, конечно, заманить его, попробовать. Забайтить. Гранатой? Ага, вот в эту сторону. Смотрит. Давай, друг. Интересно же, просто интересно. Капец, как интересно. Давай. Ага. Ну, шажочек только вот вправо сделай. Минус. Это Ремингтон, это не СВД. Страшно ее кидать, капец. Ну, второго не видать. А, нет, это СВД. Мне показалось, что это Ремингтон. Да, все сходится. Блин, чел, как-то упал неаккуратненько. Пошевелиться надо. На первом был? Угу. Не понял, убил я его или нет. Шаги прекратились. Шаги, да, прекратились. Да, мертвым. Ах ты мышар, он сидит. Идет. За МЧСной палаткой.
Я у тебя справа. Еще и всех ботов поубивал, зараза такая. Чел, я мог бы убить тебя одной гранатой через забор. Но ты мне нужен, блин, с СВД. Их двое. Смотри, боковой. Одного убил. Не-не, все в порядке, минус двое. Я на тропе. Я считаю, что войс — это то, чего не хватало этой игре с самого начала. Ну, может, и комьюнити стало бы, ну, типа, развилось в другое русло, а не в то, которое сейчас. Комьюнити нытиков, блин, и крыс. Сек. Ты на дефолте все еще? Чего еще? Ты в дефолте? Да-да, там же. За туалетом. Нет, 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 все в порядке. Я готов был выстрелить, я видел его. Так, я пойду закладывать, наверное. А что тебе надо? Ну, мне на пирсе шматье заложить. Неизвестно откуда. Мы оттягиваемся к леснику, Джимми остается на палатке, потерялся. В итоге мы двигаемся. Блять, по мне! С тыла пришел с новой дороги чел к нам в тыл. Я понял, сейчас буду. От дефолта или слева оттуда? Новый. Прямо по центру новый. Хорошо, я понял. Ну где ты, сучка, там? Ты видишь его, нет? Нет, нет, нет. Кручу право, от воды зайду. Мне трава мешала. Сейчас выйду на дефолт. Ты внизу, да? Что? Я на дороге за камнем прячусь, хилюсь. Я у дефолта. Он где-то между нами, он должен быть с тобой. Дам туда гранатку еще одну, где он был последний раз, вот там. Только чуть-чуть поближе к дороге, чуть-чуть поближе к дороге ко мне. Труп слева тебя. Да, мертвый. РГН-ка зашла. Бля, обожаю эти гранаты. А чё, считай, нет брынканья, то есть ты уже не убегаешь. Все, попал, убил, значит. Там, кстати, бот на тропе поморал. Чел, стой. Зеленая каска, бировец. Там в кустах сидит. Ну, по крайней мере, я задержал его. Готов. Хорош.
Нормально ты его задержал, он же обратно побежал от тебя. Я по нему, наверное, раз попал, потому что в ответку кинул ему на скидку. Тихо. Подходит слева. Подходит. Слышу. Убил меня. Бля. Я его не видел. Как он тебя через щелку прострелил, что? Да, у меня его не было там. Там багованная текстура. Так, это что? Вот по кому-то. Странно это. Кто-то у меня ходит. Вижу его, походу. Где он? Бил. Но это калаш, не дробовик. Бот с дробовиком? Дробовик с ботом. Бот с дробовиком. Калаш кушон или нет? Да. Значит, мы не пишем его. Кстати, я пойду дробовик заберу, мне по квесту надо. Что там за квест еще с дробовиком? Да, у меня, который ежедневно. А. Так. О, ты чё? М-ка. Вот, он... Мально, это я! Да, блин, сейчас бот убьёт! Вали! Пускаемся по этажам. Железо, кто у нас? Не мы, враг. Я в административке. У нас на крыше над нами, на 301 металл. Он на крыше, значит, у нас. У нас. Стоит, да? Ну, слышишь, ходит. Убил. Ты убил одного? Не знаю, проверяю. Нет, не убил, а то он же был. Хилюсь с комнатой рядом. Блять, он мне сразу в голову дал кто-то из них. Я на дороге реально? Со стороны деревни, да. Голова, глаза, ну зашибись. Да, он бегает с той стороны, с пролома. На улице, да? Ну вот он бежит. Это внутри же бегает. Или нет? Не понимаю. Нет, да, снаружи. Зашел внутрь. Да это я! Блять, это что? Он же где-то у тебя прям бегал. Не убила, на крышу поднялась, на крышу поднялась, не убила. Кто стреляет сейчас одиночными? Не мы. Его убили. У нас со второго этажа, значит. Первый, убил. Смотрите. Убил первый. Смотрите первый коридор, смотри. Он прыгал только что где-то. С пролома... Шифтит кто-то. Слышите, шифтит. Убил. Артём, ты мертвый, да? Нет. Ты сейчас что-то разбивал? Да. Это у пролома, вот, где я стрелял. Не понимаю, где. Или внутри, или... Я что пропустил? Ну мне бесит с этим вайп, этот вайп. Непрокачанный метаболизм. Я просто вот... Ты звездочку не ешь, как мы.
Я типа на улице лутаю. Вода тут есть, Ань. Ну, круто. Сейчас спущусь. Убивали его, да, с третьего этажа. РФБ-ха у него. А у твоего что было? Я убил, убил этого. Это он, да, все-таки? Угу. Или это бот с сумкой и вторым ганом, или это чувака? По-моему, чувак был. Бот убитый, да, это чувак, скорее. Слева убегает дальше на платформу. На платформе сейчас должен быть. Я вижу, по дороге иду. Левее уже. Не шифти. Не иду. Бил. Хорошо. Вдоль воды кто-то ходит. Да-да-да, чевок в кабинку пошел с нычкой. Блядь. Серьезно? Чувака убил. Бота убил. Ладно, скажем. Бля, тут прикольный пейзаж. Слышь, залезь на скорую помощь с этим. Что там у тебя, скар? Или что там у тебя? У меня скар. Залезь, залезь туда обратно. Что назад? Ты в воздухе висишь. Во. Кстати, я прикольно выглядит. Да, прикольно. Потом скину. Плюс превьюшка получается. Ну, превьюшка-то не знаю, мелковато, наверное, будет. Ну, сейчас попробую, если так поближе сделать скрин. Поближе сделай, я думаю, нормально будет тоже. Потому что, ну, прям хорошо смотрится. Все, готово. Не забудь, они. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.